Ребят, с вами Кинг. Мы выиграли рыся в прошлой серии. И сейчас мы в отшельнике. Ой, моя рука. Не может быть весь орден. Я это уже читал. Для... Если вы помните, то это уже было прочитано. Акт 2. Тайный путь. Если она сказала, что загрузка не было, то удалю это. Магазин доступен новый раздел метательное оружие. Окей. Позже. И заходим сперва, возьмем это. Берем, что пробиваемый шлем при нанесении удара. Получит плюс 35 урона ко всем своим ударам. И другая. Оружие. А, помните. И чешак. Ну, видят, что можно купить. Ребята, я не буду снимать чего-то много в этой серии. Я сам что-то пройду, а потом покажу. Интересно, раньше же было только... Ой, выживание, дуэль, турнир, испытания, чтобы открыть, вы пройдете 12 стадий турнира. Помните? Испытание 6. А это что-то самое интересное, ребята. Раз у нас, я помню, годы. Точно, пророк. Пророк, такие же оружия, как у нас, да? Которым мы выиграли рыси. Да. Кстати, то есть я еле-еле полетел его. Рысь была очень сильная. Ой, ёлки-палки. Плюс у меня 20... Не, сюда, да. 20%... Не, 19%. Извините. Ребята, мы проиграли. Здесь нет толку сражаться долго. Видите? Ребята, я уже 3 минуты снимаю. У меня уже зарядка заканчивается. Выживание. Увеличили это. Миссия. Вдох. Слуга. Интересно, ребята. Кое-что здесь не путаю раньше. Но и темно. Я могу заиграть вещи. Ну, ребята, на этом мне пора заканчивать. Всем пока, не забудьте подписаться на мой канал. Бегом приду. Из вас подпишусь к себе. Всем пока!